Ребят, сейчас мы с вами Валерий Бусновский, мы поставим такой инструмент, как Эрик и Д. Сразу говорю, могут быть какие-то погрешности, ошибки, потому что я просто помогал. Первый урок вы посмотрите, то есть я показал, как установить это ID в виртуальное окружение, а сейчас мы будем ставить на систему. То есть видео, которые здесь есть, да, я буду вам собирать ссылочки, а потом вы уже почитаете. Почитаете, посмотрите и так далее. Потому что я пользовался им не так много, просто, в принципе, чтобы помочь ребятам в школе, но программа мне понравилась. Поэтому рассматривайте просто эти видео как толчок, чтобы вам было, ну, с чего начать, а не как четкую инструкцию. Так, вторая у меня просьба. Вот даю видео. Второе. Прошу вас пользоваться программой Time Shift. Вот здесь я видео рассказал, как ее настроить. Это программа для сохранения копий системы, чтобы если у вас что-то не получится, вы могли отогнать назад и не заморачиваться. Договорились. Так. Вот это официальная страница установки. Значит, когда мы пробегимся здесь, то мы видим, что, в принципе, как мы и с вами и делали, устанавливали в первом виде, которое я показывал, виртуальное окружение. Там же видео есть. Ребят, мы сейчас не будем говорить в этих видео значит, установки VNV, виртуальное окружение, об установке PIP. Это я пишу видео для участников школы. Вот урок 7, где все в курсе. Мы как раз занимались полной настройкой. Там мы делали на сервере, но это абсолютно нет разницы. Можно делать здесь. Или делайте так, как вы умеете. Установить PIP, что почитаете. Мы будем заниматься только RKD. Потому что... Итак. Ну, вы и сами это можете проделать. Мы, наверное, через чат поставим. Секунду. Да, через ЧАП-ПД. Значит, первая команда ставим. У нас он установлен. Если у вас не установлен, тут пишем. И учу вас. Все, что вы делаете, записывайте. Всегда создавайте для себя мини-инструкции, и тогда будете все запоминать. И складывайте их. И второе команду сама установка RKD Classic. Ну, то есть стабильные версии. Ставим. Так, ну. Так, мы видим, установилось.
сразу что сделаем? Введем команду, что если, во-первых, обновить пакеты, во-вторых, удалить, если есть чего-то там, то, что нам не надо. И для вас сразу сохраняю. Отлично. Теперь мы открываем документацию и смотрим. Нам надо, здесь не написан Python, сейчас я на 18.04 ставлю, но просто написано Python 3. Дальше нам надо установить KT5 и PyKT5 пакеты, да. Пока я знаю, что RKD точно будет, когда на систему, то есть запуск, когда с командной строки мы просто смотрели Eric, теперь он должен быть вот здесь. Вот появился, добавим в избранное, и пока открывать не будем. Давайте дальше ставить чего-нибудь. А чего-нибудь это конкретно... Так. Это группа. Секундочку, где-то я сейчас находил. Поэтому говорю, пользуйтесь сейчас Time Shift, чтобы потом отогнать, потому что... Да, так, это официальный, но мы посмотрим, чего народ тут делал. Так. Так, ну это нам... Мы не будем делать сейчас, секунду, я найду инструкцию, которую мне хотелось взять. Так, ну вот эта справка мне наиболее сейчас подходит. Мы сейчас ставим КТ. Я вам дам ссылочку, тоже все посмотрите потом. Так. КТ дефолт, а не КТ. Так, ну давайте сразу вот это и пробовать. Так, это поставили. Так, тут у нас документация получается. Так, и примеры. Сейчас поставим это без разницы, что мы все наоборот делаем. Вот нам инсталь КТ. Документацию мы тоже поставим, потому что программа поддерживает. Теперь давайте ставить само КТ. Так, у меня установлено. Вот, нам надо КТ-креатор. Я про него читал, что из-за отсутствия потом чего-нибудь не работает. И вот здесь, когда КТ, надо, чтобы был дефолт, то есть... Так, 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 так. И теперь саму КТ ставим. Так, пока оно там мотается,
Я вам вот в этом порядке пишу. А это доки у нас. Потом разберетесь, как пользоваться, но пусть будет сразу. Так, сразу же запускаем обновление и авторемув, если надо что-то убрать. Так, все нормально. Ну, документы для нас, даже если не установится, то это все фигня. Так, ну это документация, ошибка, но все равно я вам сказал пользоваться командой, поэтому заложим сюда. Так, смотрим. Угу. Ну, будем иметь в виду. Так, у нас пока этих проблем не возникло. Что вон там решение есть. Так, КТ мы поставили. Теперь нам надо установить PyKT5. И там я еще кое-что находил. Только мы заменим, посмотрим, есть или нету. Вот здесь GT3. А. Стоп. Мы вот так сейчас сделаем. А, КТ3, нам надо 5. Давайте-ка попробуем. На пятерочку. Так, такого пакета нет. Ага. Все понятно. Нам это сейчас не надо. Так, теперь PyKT. Значит, PyKT мы попробуем сделать вот так. Угу. Так, а я пока вам. Там будем потом по мере поступления решать. Ага, надо обновить. Сейчас, секундочку. Сейчас. Эй. Ладно, черт с ним. Ладно, оно сейчас автоматом отрабатывает. Так. Мы в систему. Виртуальное окружение. Так, это установлен. Это устанавливается для разработки.
и утилиты уже установлен. Так, ну нам пока не надо запуск терминала. Пока давайте просто вот что сделаем. Введем эту команду. Все, обновим. А там будем разбираться. Так, пробуем запускать RKD. RKD у нас запускается. Так, первое, что она спрашивает у нас при запуске, это рабочая папка. Грубо говоря, делайте так. Берем домашний каталог, где у вас проекты, да? Ну и создадим папку Эрик, вот так вот, с больших, Эрик Projects, Эрик Проекты, и выбрать. Так, папку мы выбрали. В следующем видео, сейчас я закончу, тогда будем дальше кое-что сделаем важное, а потом пойдем... Сразу сделаем важное. Первое, что нам сделать важное, ребят, потому что потом надо будет перезагрузить компьютер. Именно перезагрузить. Открываем плагины, репозитории плагинов, и вот здесь находим Django. Project Django, нажимаем «Загрузить и установить», далее «Директория пользователя» оставляем, и далее «Установка». Плагин успешно установлен, закрыть. И там, по-моему, есть еще репозитории плагинов для Django. Вот это нам надо было само Django. Проект Django Tax Menu тоже устанавливаем. Загрузить и установить. Далее, далее установка. Закрыть. Файл. Сейчас берем проект новый. И вот когда здесь открываем, видите, Django здесь нет. Почему-то я заметил, вот когда я пробовал, не мог никак понять. Нам надо перезагрузить компьютер. Я сейчас вот установили Django, да, и перезагружаем компьютер. А я заканчиваю видео.